Несмотря на то, что Пашинян критиковал УДКБ, и дескать, критиковал, не подписал финальную декларацию саммита ОДКБ, но, например, вчера, уже после саммита, наш премьер-министр сказал, что да, у нас мы недовольны действиями ОДКБ, но все-таки саммит прошел успешно, у нас были очень открытые, там, конструктивные разговоры, и, так скажем, хотя бы премьер-министр уже даже не намекает на то, что даже теоретически Армения сейчас может начать процесс о выходе ОДКБ из ОДКБ, даже не выйти из ОДКБ, а начать процесс. Так что я думаю, что вот месседж России для Армении было вот таковым. Критикуйте сколько хотите. Окей, не хотите подписать этот документ, ваше право. И хотите подписать финальную вот эту декларацию саммита ОДКБ, это тоже ваше право, и это, так скажем, и катастрофа для России. Но вот реальные шаги в сторону выхода Армении из ОДКБ, это для России неприемлемо, и Россия будет воспринимать эти шаги как недружественные шаги со стороны Армении в отношении России.